ну вот у нас продолжается работа с шейным отделом. Шейным на переход проверяем. Вот прощупываем сначала эластистые отростки, да? Все они. Проверяем на наклоны, на ротацию. Вот что-то второй позвонок у тебя ходит слишком активно. Хотя вроде на месте. И боковые отростки, там лимфатичный сустав тоже проверяем. Вроде бы все на месте. Значит, проблема не в них, проблема в мышцах шеи. Немножко сделаем декомпрессию. Расслабились. Глаза закрыли. Челюсть сомкнули. Как вот может подтянуть к лопатке? Было бы к лопатке давление, нет? Нет. Ага, значит, все хорошо. И к лопатке вот сюда. Вот сюда, трапеция, да? Да. Все, закрывай глаза. Массаж мы уже делали. Залили, сейчас немножко его просто декомпрессируем. Углами растягиваем все мышцы, лестничные, грудино-ключично-сосцевидные и так далее. Так, видите, какая подвижность хорошая. Ну и осталось нам коронный номер. Это дернем за череп. Ты уже делал, не боишься? Мне его, надо, да? Боюсь. Присесть на него, да? Ну, когда я присяду заодно. Присесть, ну, хочешь, да, присядь. Вот сюда и заодно видео буду снимать. Еще растянули. Чуть-чуть пониже. Все, расслабляемся. Ни о чем не думаем. Все подготовка, хотя она может быть и как самостоятельная прием использоваться для тех, например, для нежных клиентов или для пенсионеров. Тут уже могут быть и щелчки. Вот мы таким образом еще лордоз увеличиваем шейный. А таким здоровым людям можно сделать и посерьезнее. И еще разок. Все, отдыхай. Так, было что-нибудь? Да нет, в этот раз не было. И там не было, да? Нет. Сейчас попробуем немножко другой прием. Было, вот когда там, на другой стороне, вот там классно. А, на другой стороне, да? Там вот тут уж хрясь только. Тут тоже. Прямо чувство отпустило все. Да. Ну, значит, на данный момент тебе достаточно, тогда больше не надо. Перестараться тоже плохо. Лучше остановиться вовремя.